Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Геометрия 10-11 класс. Атанасян. Задание 859. На стороне BC треугольника ABC отмечены точки А1 и А2 симметричные относительно середины BC, а на стороне AC и AB отмечены, соответственно, точки B1, B2 и C1, C2 симметричные относительно середины этих сторон. Давайте сразу запишем кратко условие. Возьмем треугольник ABC, отметим середины сторон треугольника, запишем, что М1, М2 и М3 – это середины сторон АБ, БС и АС. Так, точки А1, А2. А1 и А2 симметричны относительно М2. Точки B1 и B2 симметричны относительно точки М3. И С1 и С2 симметричны относительно М1. И нам нужно доказать, что отрезки АА1, ББ1 и СС1 пересекаются в одной точке тогда и только тогда, когда отрезки АА2, ББ2 и СС2 пересекаются в одной точке. Но на самом деле доказательство здесь будет одно, потому что нам нужно доказать, что из пересечения этих отрезков следует пересечение вторых отрезков. И точно так же доказывается, что из пересечения вторых отрезков будет следовать пересечение первых отрезков. Тогда мы допишем это так. Если АА1 пересекается с ББ1 в той же точке, что и ББ1 пересекает с СС1, то АА2 пересекает ББ2 в той же точке, что и ББ2 пересекает СС2. Ну и теперь давайте, вот еще изобразим точки С1 и С2. И давайте рассмотрим наш чертеж для начала. Ну, если мы рассмотрим отрезки А1, М2 и отрезок М2, А2, они будут равны, так как точки симметричны относительно точки М2. Но из этого будет следовать, что отрезок БА1 равен отрезку СА2, а также будет следовать, что отрезок БА2 равен отрезку СА1. Из того, что точки B1 и B2 симметричны относительно М3, следует, что равны вот эти отрезки, а тогда отсюда следует, что отрезок CB1 равен отрезку AB2, а также отрезок CB2 равен отрезку AB1. Ну и следующая тройка равных отрезков. Точка относительно точки М1 симметричны С1 и С2. Значит, вот эти отрезки равны. А отсюда следует, что BC1 равно AC2 и BC2 будет равно AC1. А вот теперь давайте запишем. Пусть действительно прямые АА1 и ББ1 пересекаются в той же точке, что и прямая ББ1 пересекает прямую СС1,
Тогда отсюда следует по теореме Чевы, что выполняется соотношение. Какое соотношение? Ну, если мы будем по часовой стрелке идти, то тогда отношение АС1 умножить на С1b, а мы будем писать BC1, умножить на отношение BA1 к А1С, СА1, умножить на СБ1 к B1A, напишем АБ1, это соотношение равно единице. Ну, теперь отсюда следует, если мы с учетом полученных равенств заменим в левой части нашего равенства, ну вот заменим АС1 на БС2 и так далее. Вот здесь у нас получится АС2 умножить. Ну и переставим местами второе и третье слагаемое. От этого произведения не изменится. Дальше АБ2 на СБ2 и на СА2 на БА2. И это будет равно единице. Но тогда по той же теореме Чевы отсюда следует, что отрезки АА2 пересекается с ББ2 в той же точке, что и ББ2 пересекается с СС2. Вот в одной точке пересекаются первые отрезки, и вот во второй точке пересекаются вторые отрезки. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.